Всем доброе утро. И вот что у нас на улице. Уже асфальт больше виден. Уже снежок, конечно, подтаивает. Сегодня даже мелкий такой дождик накрапывал. А я сегодня занимаюсь, можно сказать, собой. Иду в салон на брови. Сделаю. Вот он мой лимончик. Второй раз бутоны набрал. Ну что вот делать? Еще такой юный, маленький. Ну сам сбросит, я думаю, пока не окрепнет. И по-быстрому завтракаю. Сегодня у меня такой завтрак типа турецкой шакшуки. Ну кто был в Турции, тот знает, что это такое. Короче, помидоры с яйцом. Перемешала, по-быстренькому чай попью и в салон пойду. Чай попью и пойду в салон. И в салон пойду. Вот так вот. Кофе у меня нет, закончились запасы. Вчера забыла купить. Надо будет сегодня купить кофе. И вот такой вот обзор у подъезда. Ну, здесь еще как бы снег лежит. Там. А уже тут вот асфальт. В общем, короче, уже все. Зима отступила, можно сказать. Снег будет постепенно таять. Вот такие вот у нас сюрпризы от погоды. Говорили, что будет еще мороз. Но не знаю. Вот я по какой дороге иду. Воды. Ну, конечно, ходишь, стараешься, естественно. Ну, да. Моря и океаны. Ну, еще не совсем моря. Хотя до конца месяца смотрела плюсовая температура. Это будет, может, постепенно оно все будет таять, таять. Вода будет ходить, не знаю. В общем, вот такая вот у нас погодка. Весна вступает в свои права, видимо, вовсю заявляет о себе. Вот такой вот салон. В жилом доме. Ну так, вроде бы неплохой. Представляете, я подхожу к подъезду, а здесь вот какая-то еще новенькая приблудилась. Да, кошечка, может, домашняя. А что, иди к кормушке, там тарелки полные. Да, ну какая разговорчивая. Иди, там кушать есть, я выносила, еще не съели вы. Соседка еще вынесла еду. Да, что ты? Ой, ласковая. Ласковая какая. А, она с этим. С ошейником. Это, наверное, домашняя. Ты домашняя? Ты? Как тебя зовут-то? Господи. Как тебя зовут? Ты чья-то, да? Ты чья-то? Если голодная, вон туда иди к тарелочкам. У нас там тарелки в определенном месте. У второго подъезда. Да, а что ты? А у меня здесь ничего нет. Да, вот такая красота. Ой, ну это чья-то наверняка. Пришла я домой. По пути забежала в АТБ Маркет. Купила кое-какие продукты. Слоеное тесто дрожжевое. Всегда его беру. Затем лимонную кислоту тоже пользуюсь. Или чайник чищу, или там еще куда-нибудь. Пищевой желатин взяла, он мне понадобится в ближайшее время. Затем лаваша, две упаковочки. Овсянку беру немецкую, очень даже хорошая. Уксус всегда нужен в хозяйстве.
И морковка у меня уже запасы все закончились. То, что родственница мне передает, делится со мной. В общем, купила уже морковку. Все это я потратила 100 гривен. Ну, в рублях это будет где-то около 300 гривен. Ой, около 300 рублей. Где-то 265, по-моему, курс сейчас. Вот. Так что это вот я по пути. А так у меня каждый день какие-то покупки. Сделала я себе на ужин винегрет, что-то захотелось. Такой, ну, по-быстрому, по-простенькому, без фасоли. Свекла, морковь, картошка, зеленый и такой лук репчатый. Вот. Сейчас поужинаю винегретом. Время уже 6 час. Я всегда до 6 ужинаю. Уже так привыкла. Все время так уже вошло в привычку у меня. Девчонки, показываю вам брови. На улице не стало, потому что шумно. Ничего не слышно. Наушники не взяла. Видно вам или нет? Ну, вроде бы так ничего, мне нравится. Главное, чтобы, как на мой взгляд, чтобы не сильно прям темные, так как у меня цвет волос не черный. Ну, такая вот, окрас такой. Форму вроде бы так ничего она сделала. Но я к ней уже давно хожу. Когда я здесь проживаю, в этом городе, я всегда к ней хожу. Это косметолог. Хожу к ней на процедуры. Вот, короче, день у меня прошел плодотворно. Тоже прогулялась. И о себе не забыла. Надо же к 8 марта как-то себя преобразить. Все-таки весна уже вовсю начинается. Ручьи я вам показывала. Хотела еще сегодня снять у нас здесь за домом, так немножко пройти. Речушка такая протекает. Она впадает в Десну. И хотела, я сама там уже давно, с лета, ну не с лета, а с осени не была. Вот, хотела посмотреть, как там вообще. Но она не замерзает, частично, в общем, замерзает. Вот, хотела посмотреть, что там. Но мне сказали, что там воды, это нужно одевать резиновые сапоги. Там мостик есть через эту речку. В общем, как-то схожу, может... Ну, на днях схожу, посмотрю, покажу вам, сниму эту речечку. Летом туда ходят купаться некоторые, но я туда не хожу, не рискую. Там как-то дно бросают, черт знает чего. Мне там не нравится. Мы, если я здесь летом, то мы ходим на другую речку. Вот, ходим или нужно ехать на маршрутке. Ну вот и все. Так прошел мой день. Всем пока. С первым днем весны. Сегодня 1 марта. Весна у всех разная. У кого-то еще снегу намело. Я сегодня смотрела ролики. У кого-то ручьи, как у нас. Самое главное – здоровье, удачи и всех благ. Всем пока. До скорых встреч.